не ревнетровое, а всего лишь холодное сырое утро в провинциальном городе, который испуганным котенком свернулся на краю империи. А ты завоевателем выходишь из парадной, не только что курил, глотая надписи на стертых стенах и выпуская дым в разбитое окно. Да! Потому что некуда идти, простое доказательство победы. Так римские легионеры, разграбив бывший неприступным город, слонялись по чужим холодным улицам, друг перед другом, хвастаясь добычей. Твои трофеи, линии огня, плюющие в лицо напалмом, себя пустив весь мир, чего ты ожидал? Красивую минуту узнавания? Но это временная мера. Так выполняют просьбу приговоренного. В разорванном плаще, похожий на грубую английскую девчонку, какие ливни целовали твои губы, сколько раз с тоской справлялся, а потом завязывал разорванные нити вдруг найденных стихов. Поганый плут размеров! Они кружили голову, казалось, еще немного и рухнет видимая часть реальности, открыв то настоящее, что все мы знаем в секунды пробуждения. Но мир, непоправимое несчастье, был неприступен. Вечная беда. Стихи? Стихи такая ерунда, что могут изменить слов надоевших сочетания, когда не пробиваем смысл. Вот чистая страница, в ней все мыслимое содержание, оттенки сотен языков, размеров, ударений, ритмов. Зачем уничтожать библиотеку биографии ангелов? Не лучше ли в пустой парадной читать похабные слова? Я зашел к этим торчкам просто от нечего делать. Я словно попал в капкан наркотиков, шлюх и денег. 3,5 дня мы с ними бухали, торчали! Все вещи в глазах у меня кричали! Происходящее было как триллер с привычно плохим монтажом. Пацаны зарубали, а девки выли, как будто их режут ножом. Одна из них, видимо, Лив Тейлор, корчила из себя звезду. Но я один хуй не верил, расценивая как пизду. Я кинул в нее сигарету, а сам пошел на балкон. Синий балтийский ветер сопровождал этот сон. Она побежала за мной, полезла мне в джинсы нагло. Я ей сказал: иди домой, а проще пошла ты нахуй. И тут она прыгнула вниз. Игра оказалась грязной, а солнце цепляет карниз. Висела кровавый пляс. Спасибо! Спасибо! Я как в детстве вирус вернулся. Ты и так дома. Новое стихотворение. Я из парадной вышел и пошел туда, где невозможно оправдаться. Но толку в этом не нашел. Я повернул обратно. Отказаться? Но отказаться от чего? Стихи мельчат, чтоб соответствовать тому, что мелко теряют в ритме, в новизне. Я слышу, как звенят железные тарелки, и это приведет к войне. Железные улики — это месть патриотического транса, а соболям на шее, что за честь висеть в последнем жутком танце. Так посмотри на жизнь в упор, ведь проще быть убийцей, чем поэтом. На заднем плане воет хор, и ночь кончается всепобеждающим рассветом. Так пусть взрываются участки, и ночь предательски орет. Все это будет, это краски все пожирающих времен. Капитализм так омерзителен, как труп, разбухший от воды. И окна точно бы кресты. На зданиях качается луны кадила, и церковь, как большой сапог, могила. Это просто двери. Со мною спорит тот же Бог, как
обвинение в измене. Смотри, как подыхают дети, как потешается толпа, как завывает гулкий ветер, как раздирая переулки сквозь черный город рвется дождь. А рядом та же речка и соборы, и фонари уликою торчат в окне, и разговоры, разговоры, разговоры. А может, это снится мне? Я прочитаю вам обязательно, товарищи, дополнительный стих пошел. Я еще не достал никого. Когда захотите вопросы, вы говорите. А? Наступающим днем рождения. Спасибо. Это, ну, день рождения, это ладно. Для меня главное 20-летие деятельности. Все-таки я. Так давай, тоже поздравляю. Так давай! Потом так просто оделаешься, что ли? Ну тогда, наверное, надо читать хит. Давай. Когда мне было 23, мы занимались наркотрафиком. Серьезно? А серьезно наркотрафиком? Были большие объемы, я не буду говорить, какие небольшие. Собственно говоря, это стихотворение, это совершенно реальная история, хотя я люблю реальные истории. И это кусок из моей жизни, в котором я пытался выразить весь кошмар реальности начала, конца 90-х, которым был именно у меня внутри. Потому что лихие 90-е – это одно из самых счастливых времен в моей жизни. Спасибо тебе, Леша. Спасибо. Я бы хотел заметить, что это начало, конечно, пародирует начало одного известного поэта. Эту загадку я оставлю для вас. С самого начала дул жуткий ветер. Выйдя на улицу, я оглянулся. Я подумал, главное мусора не встретить. И перешел улицу. В правой руке я сжимал сумку с 2 килограммами травы. И мне продали 2 наркомана. Эти парни совсем без головы, обожженные кислотой, обкуренные, еле выговаривали слова. И хотя они были полными придурками, у них оказалась пружная трава. Я решил ехать в метро, взять машину, и, выйдя на дорогу, стал тормозить такси. Пидорасы таксисты тянули резину, никто не хотел меня везти, еще бы, когда такая холодная осень и хочется оказаться дома, смотреть телек. А тут надо кого-нибудь подбросить за небольшое количество денег. Громыхая, как 2000 бронетранспортеров, подъехал трамвай, и я в него прыгнул, оказавшись довольно-таки скоро на Селянском вокзале. И вот что я там увидел. 3 ОМОНовца с автоматами в бронежилетах шерстили толпу людей незнакомых, а я стоял, я покупал билеты, вернее, 1 билет до дома. И когда я проходил мимо этих парней на службе, повторяю про себя, спокойно, Лёха! Я понял, что свои детские игрушки поменял на такие же взрослые, а это плохо. Надо жить рискуя, повторял Ницше. Но когда видишь себя на пузе, окруженным толпой у ханык и милиции, понимаешь, Ницше, наверное, грузит. С этими мыслями я сел в электричку. Голос ревербератором объявил остановку. Я начал искать по карманам спички, представляя вагон большой крысоловкой. Мы ехали где-то 1-2 часа. Люди вокруг читали газеты, разгадывали в кроссвордах какие-то идиотские слова. Они себя ежесекундно обкрадывали. Октябрь плевался красными листьями, из него вылезала суббота, исключая индивидуальные признаки из моего обихода. На вокзале я не задерживался долго, вышел на улицу и в маршрутку, из окна которой в районе Нижнего поселка я увидел знакомую проститутку. Она шла, лихо виляя жопой, вместо глаз у нее были голубые точки. Она решительно ресницами хлопала, собираясь кому-нибудь отдаваться ночью. Когда я оказался дома, был уже вечер. Прожектор резал на небе зигзаг. Я позвонил по телефону, договорился о встрече, закурил огромный косяк, потом я заснул, как и сегодня, потому что накурился сильно.
и, увидев во сне ментов ОМОНовцев, вел себя достаточно агрессивно, выкалывая им глаза ножницами. Один из ментов заявил мне прямо: говорят, что стихи твои уже изданы. И лицо его плавало красной раной, на которую я смотрел пристально. Меня разбудил телефонный звонок подружки. Я разбил телефон, закурил сигарету. Содержимое сумки являло 42 кружки. Я их высыпал на газету.